Всем привет! Все мы любим себя побаловать вкусным и ароматным чаем, но можем ли мы быть уверены в качестве чая, который берем в магазине? Что содержится на самом деле в пакетиках? Принесет ли чай здоровью пользу, а не вред? С этими мыслями мы решили сделать своими руками чай, по-настоящему ароматный, полезный и качественный. Благодаря дождливой погоде в нашем регионе именно сейчас листья хорошего качества. Заготовив листья вишни, дикой груши, малины, смородины, бузины, мяты, мелисы и липовый цвет, будем делать чай двух видов: ферментированный и крупнолистовой. Для ферментации взяли листья малины, бузины и смородины, а остальные будем измельчать и сушить в сушильном шкафу. Как ферментировать листья, в интернете полно роликов, но напомним вкратце. Сначала листья лежат 10-12 часов в затененном, хорошо проветриваемом месте. Затем плотно набиваем пакеты и отправляем в морозилку для полного промерзания. Прогоняем через мясорубку и под небольшой пресс на 6-8 часов. Затем сушка. Ферментированный чай получается темный и в виде гранул. Остальные листья будем измельчать. Листья мелисы, мяты и липовый цвет просто резали ножом. А для измельчения листьев вишни и дикой груши сделали быстро нехитрое приспособление. Из шпильки диаметром 6 мм и 4 лезвий для технического ножа. И при помощи шуруповерта измельчаем сначала в одну сторону, затем в другую. Сушили листья в самодельной сушилке, которую изготовили из старого холодильника. Нагревательными элементами, в которой служат 4 лампочки по 40 Вт. А электронный регулятор температуры купили на рынке. Там они продаются для инкубаторов. В полу и потолке сушилки имеются отверстия для циркуляции воздуха. Еще внутри установлен вентилятор, который включается периодически. На противне высыпаем измельченные листья, устанавливаем 40-45 градусов и сушим до полной готовности. Так все это выглядит после сушки. Наглядно можно рассмотреть фракцию и то, что он рассыпчатый. Этот чай наверняка не принесет вреда здоровью и будет действительно полезным. Вот что у нас получилось. Пока все в разных пакетах. Будем пробовать смешивать разные виды листьев и в разных пропорциях. И наслаждаться по утрам ароматами вкусного чая. А самое главное, полезного. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и приятного чаепития.